Вот теперь точно идеальным. Раз, два, три. У-ху-ха! Мать твою. Чё? Вы это тоже видите? Это труба, на которой можно играть и приручать крыс. Давайте попробуем. Дракон побежден, а смотритель повержен. С него один синий камень удержан. Вскоре получим улетный полет. Правда, если лихач не убьет. Всем привет, дорогие друзья. Я Лолошка. Это сезон эволюция. Поехали. Ну что же, снова всем привет, дорогие друзья, я Лолошка, и добро пожаловать в эволюцию! Ура! Мы убили дракона и поработили смотрителя. Но поглядите, у меня есть еще один призыв. Да-да-да, босс тяжелый, он убивает за два удара даже с такой броней, но за его сложность, если ты его убиваешь, получаешь кучу уровней. Именно поэтому до этой серии я немного подготовился, и сейчас мы убьем третий раз этого босса. Два первых раза мы сделали в предыдущей серии. Но зачем мне это надо, спросите вы? Ответа 2. Уровень и то, что у меня в руке. Да-да, мультиинструмент из рупии. Осталось получить земледелие 24-го и все. Так, короче говоря, здесь у нас есть небольшая коморка. Мы его призываем и, как вы понимаете, убиваем с помощью... Ох, какая ты шумная зараза-то, а? Но, тем не менее, кранты тебе. И у меня 51 уровень. О, хорошо. И самое главное, 1,5 стака незеритовых слитков. Телепортируемся домой и ура, прокачиваем. Раз, два, три, четыре. Эксперт. И, кстати, у меня остается еще 35 уровней. Это как раз, чтобы зачароваться. Так, подожди. Давайте проверим. Это работает? Вау. Раз. Обалденно! И самое главное, это по идее работает на любой блок, да? Вы посмотрите, это мега инструмент. Любое дерево, любая земля, все копается быстро. И как раз благодаря данной броне. Умение при полном наборе, увеличение скорости копания. Надеюсь, вы это помните. Спешка 3 уровня. Именно поэтому данный мультиинструмент тупо пушка. Помимо того, что сегодняшняя серия юбилейная, то есть 25-я, она еще и знаменательная. Потому что я наконец-то призову одного из тяжелых боссов. И зовут его Король Лихачей. По идее, с него должны выпасть синие камни, и прямо сейчас у меня 2, а нам надо 10, дабы сделать ангельскую броню, которая при полном наборе дает полет. А, как же я этого хочу! И потом мы сможем летать по другим островам вот в этих мирах. Так, короче говоря, идем в ад. Бррр, что-то я поторопился. Подожди, надо поставить алтарь погибели и зачаровать броню, потому что предыдущая серия показала, меня там убивают достаточно активно. Итак, привязаны к душе, шипы... Не, это все бред. У меня лазурит-то, надеюсь, есть? Да, 42 штуки, замечательно. Давайте тогда так, мы берем шлем и зачаровываем, например, на защиту 1. Далее берем нагрудник и зачаровываем на... Серьезно, прочность, вы что, издеваетесь? Не-не-не-не-не, давайте другое. Ходьба по воде. О, а вот это хорошо. Почему бы и не взять? Синевой шаг 4 уровня. Это что такое? Наверное, некоторые мобы по типу зомби, скелетов и так далее будут просто нас не видеть. Ой, хорошо, защита от снарядов по-любому берем. И последнее, что мы зачаровываем, это по ноже. Огнеупорность 1. По-моему, неплохо вышло. Телепортируемся в ад. Запоминайте, нам надо найти лихачей. Они розовые, они яркие, и в принципе найти их вообще не проблема. Но спавнятся они что-то редко, да? Эй, лихачи, пожалуйста, появитесь. О, вы посмотрите, кого я встретил. Это стрелки. Нет, я не хочу умирать, подождите. В общем, я найду лихача и вернусь. Раз, два, три, пип. Ребята, вы это слышите? Ангельское пение. Я хочу увидеть того, кто поет. Ну, пожалуйста, покажите. Опа, да это же лихач. Ай, етить, колотить. Тварь. Хорошие новости, внимание, внимание. Сразу два лихача. Идите сюда. Так, убиваем. И нет, хватит летать, друзья. Ладненько, у меня, в принципе, лук есть. И падает что-нибудь? Да ладно, с них иногда и не падает пыль, вы серьезно? Тогда мы с помощью добычи разберемся. И в итоге мы получаем 2 штуки. Отлично. Еще одна у меня валяется дома. Получается, у меня 3. Осталось 5. Вот этих падших стрелков мы убиваем. Так, подожди, не умираем. Ням. Еще один лихач. А ну-ка, убиваем его. Убиваем и на... О, господи. И в итоге, на данный момент у меня уже 4 пламя. Осталось всего 3. Вау, адский паук, здрасте. С вас, по идее, тоже осколки падают, да? Да. Значит так, давайте я сейчас поубиваю лихачей, выбью пыль и вернусь. Раз, два, три, пип. Доброе утро, мистер Овечкин. Мне приснилось, будто бы я убивал каких-то лихачей, прикинь.
А, ну да, это же был не сон. Короче говоря, ребята, да, я все выбил, и прямо сейчас я готов делать призывалку. Но у нас нет адского меча, и он делается из редстоуновой руды, которая делается из шелкового касания, и, по-моему, у меня этого нет, да? А, нет, подождите, вроде была такая алмазная кирка. Во, шелковое касание, замечательно. Теперь телепортируемся в любую шахту, допустим, вот это, да, это 100% шахта, и ищем редстоун. У-тю-тю-тю-тю, редстоун, иди сюда. Иди к папочке. А, ладно. Нашел! Здравствуйте! Аккуратно подходим и добываем. Надеюсь, то, что здесь будет 4. Все, закрываем. Лава нам не понадобится. Первый. Тихо, тихо, господи, как же опасно-то, а? Вторая, третья и четвертая. Ура! Остается понадеяться то, что есть блейзовый порошок. Пожалуйста! По-моему, я немного бомж на него, да? Кстати, вот это мы забираем. И да, придется пойти в ад. Не проблема, раз, два, три, пип! А вот и тот, кто мне нужен. Убиваем, и мне надо 6 стержней. Здрасте, еще один подопытный. Сколько? Так, у меня уже 4, нифига себе. Так-то быстро. О, а что здесь делает скелет? До свидули. О, то, что надо. Все-все-все, 6. Ой, даже 7. Телепортируемся домой. Фуф, остается только это все соединить. Забрать 2 адских меча. Раз, два... И ура! Адское пламя, здравствуй! Мы сможем убить сразу 2 королей. Снова телепортируемся в ад и будем надеяться то, что этот король лихачей призывается вот в этой клетке. Ты же призываешься, да? О, кстати, а если он еще будет создавать маленьких лихачей? По-моему, в высоту 2 блока они пройдут, поэтому надо поставить здесь какой-то еще блок. О как! Идеально. Ну ладно, ладно, если серьезно, то забираем отсюда 2 обсидиана, далее закрываем кирпичами и эти 2 обсидиана ставим на место тупых блоков. Вот теперь точно идеально. Раз, два, три! У-ху-ха! Мать твою, мать твою, мать твою, мать твою! Ты, пожалуйста, поаккуратней-то будь, да? О, я до него даже дотягиваюсь! Блин, у него глаза внизу, вы понимаете? Он меня будет видеть, да? Ну-ка, проверяем. Ты... Привет, ты не будешь по мне стрелять, серьезно? Но я тоже до тебя не дотягиваюсь, а мне тебя по-любому надо убить с помощью меча. Эй, давай я вот сюда подойду. Оп, тихо-тихо-тихо. Далее еще раз. Оп, ай-яй-яй! Ах, черт, придется, наверное, прокопаться с другой стороны. У меня еда закончилась! Обалдеть! Тогда мы немного смухлюем. Смотрите, мы будем его бить с помощью лука. И он, кстати говоря, будет биться, а добьем с помощью меча. Идеально. Да ты посмотри, ему плевать на меня. Я ему уже полжизни снес. И было бы круто, если бы у меня был лук, который в 5 раз быстрее стреляет. Тогда бы я вот так вот тын-тын-тын-тын-тын. Сейчас так нельзя. Надо все-таки немного натягивать. И осталось совсем немного. Последний удар. И надо обязательно сделать его с помощью меча. Да, опасно, но что поделать. Фух, пожелайте мне удачи. Раз, два, три, погнали, погнали, погнали. Нет, стой, не умирай. У меня куча уровней, не умирай. О, хорошо. Так, и мы получаем сколько камней? 6. Ага, остается еще раз убить этого босса, и у нас будет ангельская броня. Эй, привет. Не надо сюда заходить. Лучше закрыть глаз долой. И, да, одно сердечко это, конечно, не так много, но я так подумал, а давайте мы этого второго босса убьем полностью с помощью лука. Тихо, призываем. Стоп, что? Чего? А, господи, это статуя, чё я туплю-то? Почему-то подумал то, что это призывалка. Адский огонь берем, вот так давайте сюда, и сразу отходим. У меня одно сердечко, надо быть предельно осторожным. Так, подожди, он что, пытается выбраться? А ну-ка, не надо. Все. И сейчас мы потихонечку застрелим его. Давайте, раз, два, три. Хотя, знаете, пока я в него стрелял, у меня тут 2 темы в голове поднялось. Первое, как я буду драться против боссов, которые в дальнейшем будут пролетать сквозь стены. И самое главное, будут бить сквозь стены. Как? Надо будет обязательно задуматься о нормальной броне, потому что сейчас у меня тупо защита из обсидиана. То есть вот эта броня, которая на мне, она даже не помогает. Ни капли. А вторая тема, которую я бы хотел поднять. Ребята, пожалуйста, поставьте лайк. Я вас прям умоляю. Это, наверное, все. Убиваем босса, и, наконец-то, у нас более 10 камней. Я прав? Пожалуйста, пожалуйста. Да, 12. Давай, 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 давай. Аккуратно добегаем до портала. Фу, одно сердечко. Это было опасно. Наверное, вы заметили то, что статуя с босса дается за ачивку, а не за самого босса. Именно поэтому их надо хранить и не давать взрывать каким-нибудь флагджикеем. О, как сейчас вспоминаю этот момент. О, тварь, он мне взорвал все статуи. Че, испугался? Он мог статую взорвать. Не-не-не, он не взрывает, забей. Типа, я понимал, что ты можешь испугаться. Блин. Так, тихо, короче.
Мы просто берем, ставим и не взрываем. Так, овечка, здорово. Это не твоя еда, это моя еда. Мне надо как раз поесть, потому что всего лишь одно сердце. И давайте возьмем золотые морковки. Точно, у меня же по идее золото есть, да? Сколько? 9 слитков, замечательно. Создаем кусочки, и после этого у нас появляется золотая морковка, которая восстанавливает очень много сытости и дает много насыщения. Внимание, внимание, 12 синих камней, заслуженно заработано. И прямо сейчас надо это все соединить, но с чем я не помню, давайте посмотрим. Ледяной камень. А, но это снежный портал. Учитывая то, что мобы там сильные, мне по-любому надо взять еще больше еды, ибо 5 морковок это как-то маловато. Чтобы взять. Тыква. Да, тыкву я, наверное, пожарю, и все будет чики-пуки. Горячий тыквенный пирог. На самом деле, я даже задумался, чтобы сбегать в дикий лес и там добыть магического мяса. Но потом передумал, поэтому просто забегаем в снежный портал. Опа, а что это тут вода? Что-то совсем про это забыл. Привет, портал. Насколько я понимаю, надо просто драться. Потом драться, еще немного драться. И рано или поздно мы накопим кучу осколков. Что? Целых 7 с одного моба? Хорошо. А добыча на мече-то рулит? О, привет. Вы что, тут призываете крыс, да? Ну ладно, я вам помогу. Крыски, Лариски, здрасте. А, это была чумная крыса. Заразила тварина. Чё? Вы это тоже видите? Это труба, на которой можно играть и приручать крыс. Давайте попробуем. Эй, крысы, вы теперь мои. Идите сюда. А, смотрите, они все равно на него обращают внимание. Не-не-не, вы будете моими. Крысы? Крысы. А ему вообще плевать на меня, смотрите. Может быть, тогда просто убьем? О, все, это мои крысы. А, да ладно. Они просто разбежались. Подождите, идите сюда. Командует всеми прирученными крысами. А, я так понимаю, то, что вот таким образом можно менять команду. Допустим, добывать что-то. Ого. Так, сидеть здесь, следовать за мной. Прикольно. Обязательно нужно понять, с кого падают осколки, а с кого нет. Например, вот с этих снеговиков вечно карамельки и карамельки. Попробуем еще разок и... Нет, смотрите, падают. Прикольно. Значит так, убиваем мобов и не паримся. О, нет, только не ты. Стрелок гребаный. А ну-ка, на! На! Блин, тупой вейпоинт еще мешает. На! Все, наконец-то мы хоть раз убили этого стрелка. И с него падает аж 2 осколка. Это без какой-либо добычи. Тоже неплохо. Ладно, короче, я буду драться. Вернемся через 1, 2, 3. Пип! Обстрелен, ранен, но тем не менее у меня 64 осколка. Мне бы, пожалуйста, верстак. Опа, и тут у вас как раз дерево. Хорошо. Я сделаю себе верстак, я же могу, да? Ай да замечательно. Мне всего лишь одну штучку. Теперь соединяем, и у нас получается 7 камней. Этого мало. Давайте сразу посчитаем, сколько понадобится. 1, 2, 3, 13, 14. Ага, то есть мне надо еще стак осколков. Вообще звучит не тяжело, поэтому погнали. 1, 2, 3, пип! Да-да-да, все добыто, огромное спасибо за ожидание, но у меня есть еще кое-какая тема. Оказывается, с короля лихачей падал какой-то дикий огонь. Я это заметил только сейчас. При этом, смотрите, с одного босса по одному огню. Именно поэтому это какой-то редкий ресурс. О, нифига себе. Поджигает и 26 урона дает. Обалдеть. Требование, атака 24. По сути-то я могу это сделать. Ну-ка посмотрим, что еще. А, все! Это одна страница, либо пушка, либо меч. Охренеть не встать. А вот это я 100% хочу. Золотая ярость. Боеприпасы, кусочек золота. Это вообще не проблема, у меня куча золота. Далее 30 урона. Вот что меня привлекло. Требование магия 25. Угу. Ну это в принципе реально прокачать. Но блин, 4 огня. Это 2 раза еще босса надо убить. Ладно, не отвлекаемся, делаем ледяные камни. И ура, ровно 14. Теперь, по идее, просто соединяем и получаем нужную нам броню, да? Я же прав, мне 100% хватит. Ботинки, поножи и нагрудник, остается только шлем. И вот тут-то я точно понимаю то, что да, я сделал это! Еее! Ха-ха-ха! Да! Испытание завершено, когда свиньи полетят. Сделайте полную ангельскую броню. Ой-ой-ой, дождь. Ну вот зачем ты? Зачем? Будто бы я сделал что-то плохое. Наоборот, это очень крутая броня. Тупица. Хотя неважно, какая погода. Тестирование брони пройдет в диком лесу. Телепортируемся. Здравствуйте. Блин, тут тоже дождь. Ладно, мы снимаем ботинки, надеваем поножи и... Обалдеть. Ребят. Ребят, я летаю! Я могу летать! Ура! Наконец-то! Но надо проверить, насколько мобы сильнее. Ну, типа, броня-то у меня так себе сама по себе. Ну-ка. О, ни хрена себе! Половина хп!
Я понял. Короче, мы можем летать, но броня сама по себе полнейшее говнецо. Именно поэтому придется, например, переодеваться. Да, идея хорошая. А сейчас я лечу не знаю куда. Самое главное — это найти босса. Он просто должен заспавниться. Но я не знаю, как он выглядит, я не знаю, что он из себя представляет, какой у него данж, и самое главное, я не знаю, где этот данж. Может быть, он внизу под землей, может быть, он наверху. Ну, я, в общем, летаю, и чё-то пока что нет. Ладно, по всей видимости, все не так просто, как я думал. Потому что я реально ожидал то, что у меня появится полет, и я сразу найду босса. Наверное, на поверхности он не появляется. Так, а где еще острова? Эй, а во, вижу. Нам надо найти данж. Я так уже посмотрел, биомы ничем не отличаются. А, подожди. Стоп. А может быть, я что-то напутал, и на самом деле никакого босса нет? Давайте на всякий случай проверим, введем сердце. Да, смотрите, есть. Сердце термосекта. По идее, это здесь. Видите, написано Wild Wood. По-английски, следовательно, это дикий лес, дикое дерево. Это должно быть в этом мире. Ну, пожалуйста, появись, босяра. Посмотрите на это дерево. А потом под это деревом. Оказывается, это и есть данж. Я дурак. И зачем я туда зашел? Стой, не появляйся. Ай, ты появился. Тихо. Где ты? Иди сюда. Термосект. Блин, на самом деле надо сделать вот так. Лучше надеть нормальную броню. Эй, ну кто там меня стреляет? Кто меня бьет? Какого черта я ударился? А-а-а! Жесть! Он наверху! Я обосрался! Я просто обосрался, когда это увидел! А я еще думаю, где это он там сидит? Охренеть! Он стреляет деревом! Вы понимаете? То есть, бесконечное дерево? Серьезно? Прикольно. А ну-ка, давай еще раз попади по мне. Давай. Опа, дерево. И дерево, по-моему, да, летит ко мне в ручки. Так, кто стреляет? А, все еще дерево, понял. На самом деле, будь у меня крутая регенерация, я бы дал по мне стрелять бесконечно. Потому что бесконечное дерево. Это же реально офигенно. А, стоп, его снаряды, оказывается, можно доджить. Ой-ой-ой. У меня 3 сердечка, аккуратно. Главное, что единороги меня не касаются, и это прекрасно. Тихо, атака-то. Блин, на самом деле долгий босс получается, это будет тяжелее, чем лихач. Ау! Неужели вы хотите сказать то, что мне надо полететь на него? А давайте попробуем, почему бы и нет. Реально, просто берем, надеваем и... Иди сюда! Так он не попадает. Охренеть, какой-то огромный. Жесть! Ну-ка. Ай! Тихо, я понял, это плохая идея, это ужасная идея, не бей. Все, спрятались. Есть еще одна идея, придумал. Мы снова летим на него. Да-да-да-да-да, летим. Но драться будем с помощью лука. Во, видите, он стреляет, не попадает, и я стреляю. Не попадаю, блин. А еще можно кушать в момент, когда дерево летит, вот так. Там-там-там-там-там, потом снова летим. Он не попадает, офигенно. Можно еще сверху бить, и таким образом дерево, скорее всего, даже до меня долетать не будет. Тихо. Так, сейчас надо немножко покушать. Четверть хп всего лишь снял. Ладно, пожелайте мне удачи. Осталось совсем немного. И самое главное, чтобы его смерть была прямо... Да, над землей. Хорошо. И какие же вещи с тебя падают? Дружище. Сердце, да, по-любому? Ой, тихо. Тут так много мобов, оказывается. Где сердце-то? А, смотрите, пушка выпала. И фрагменты выпали. И дерево куча выпало. Так, какого черта я умираю? Тихо. А сердце-то где? Мне оно по-любому понадобится, иначе я в другой портал не попаду. Так, может быть, где-то здесь валяется? Сейчас мы проверим. Где-нибудь вот так вот издалека. Ну-ка. Дерево выпало реально дофигища. Но сердца-то я не вижу. Может быть, на этом дереве? Опа-на! А это его статуя! Здрасте! Да, статую я по-любому подберу. Правда, это опять же не то, что мне надо. Ага, найдено! Привет! А ну-ка, иди сюда. У меня тут немного забитый инвентарь. Выкинем, допустим, золото. И сколько? 3 штуки, да? А мне надо... О, мне надо примерно еще 7. Жесть! Дорого получается! И что же, если я сейчас продолжу вот так вот летать, я найду нового босса? Не, я точно понял то, что мне надо делать новую пушку. Если это только второе измерение, и меня уже конкретно убивают, то что будет дальше, я не имею представления, но, скорее всего, убивать меня будут за один удар. Да, поэтому по-любому надо будет зачаровать ангельскую броню. О, кстати, пушка же выпала. Боеприпасы, пыль дикого леса. Что за пыль, не имею понятия. Здесь вроде такое не крафтится. А, вот оно. Оно делается из обычных растений. Что? Серьезно? То есть мы просто добываем, а потом кладем куда-нибудь сюда и получаем пыль?
Прикольно. Урон в дальнем бою 12. Слушай, а вопрос такой, как быстро ты стреляешь? Давайте сразу это проверим. Типа, я создаю сразу несколько пылинок. Еще создаю и еще. 6 получается. Берем пушку в руки и бам-бам-бам-бам-бам. Ага, то есть мы быстро стреляем. Слушай, на самом деле тогда мне надо будет сделать золотую ярость. Да, 30 урона это то, что мне поможет убивать этого босса. Стреляет быстро. Единственное, что еще магию придется прокачать, но это не проблема. Телепортируемся домой, и Лололошка говорит: ребята, если вы досмотрели до этого момента, то пожалуйста, подпишитесь на канал. Я уверен, то, что есть такие люди, которым интересен сезон, но почему-то они до сих пор не подписались. Вот это правда странно. И тем не менее, я попрошу и напомню. На этом я буду постепенно заканчивать, и если вы здесь впервые, то можете позвать друзей, поставить лайк. А с вами были Лололошка и Ангельская Броня. Всем удачи, всем пока. Пока-пока-пока-пока.